Приветствую всех, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу снять видео, рассказать вам о рекламе, которую носят здесь, в Германии. Тем, кто живет в Германии, я думаю, что известно, что каждую неделю, не один раз в неделю, у нас, допустим, три раза в неделю, приносят целые стопки газет с рекламами различные. И вот сейчас я хочу вам показать, где эту рекламу у нас складируют до того момента, как ее разносят по почтовым ящикам. Это делают в нашем городе практически в каждом квартале. Допустим, в нашем районе здесь складируют на остановке. Сейчас мы сходим и посмотрим, как это делается. Вот это обычная автобусная остановка, на которой привозят вот такую вот рекламу. Различные газеты. И уже потом приходят сюда люди, которые занимаются этим, и разносят ее. Как вы уже видели, эта реклама лежит кучей, не разобрана еще, но в часов 5-6 уже придут несколько, там, 3-4 человека, которые будут разбирать эту рекламу и потом в дальнейшем ее разносить. Тем самым они подрабатывают на разноске этой рекламы. Вот таким вот образом у нас здесь в Германии разносит рекламу, привозит ее. Это не только, как я сказал, уже в нашем районе лежит на остановке реклама, но если посмотреть другие районы нашего города, то там тоже взята одна остановка, на которой еженедельно привозят эту рекламу. Даже не еженедельно, а два раза в неделю. Рекламу у нас приносят по средам, по субботам и по пятницам. То есть три раза в неделю мы получаем рекламу. Вот такую рекламу приносят нам. Это такая газета Allgemeiner Anzeiger. Это бесплатная газета. Потом следующий журнал, это газета Норма. Реклама от магазина Норма. Следующий это Hofner. Потом идет Kick. Магазин одежды, Порта, магазин мебели, Том, это строительный магазин, Финка, тоже магазин мебели, АВГ, это магазин одежды, различные одежды, для животных магазин, магазин диска, это что-то наподобие как Эдека, от Эдеки. Продуктовый магазин это. Потом Баумаркт, который находится у нас здесь в Апольде, недалеко от нас. Газета Тип называется, Der Woche. Это Kaufland. Продукция магазина Kaufland. Магазин Netto. Потом какой-то магазин по бытовой технике. И различные здесь, вот смотрите, вот еще сколько. Это все приходит за один раз. Если вам интересно мое видео, подписывайтесь на мой канал и смотрите больше видео. Всем большое спасибо за просмотр этого короткого видео о рекламе здесь, в Германии у нас. Всем всего доброго, всего хорошего. Bis bald. Tschüss.